избавиться от белого. А это уже будут ультрамариновые настроения. Mm-hmm. Ну и потом розовые. Голубой офицер полностью избавится. Значит, возьмем синьку, возьмем розовинку и чуть-чуть поиграем с этими облаками. Поддымим ими. И пальцем доделаем это дымчатое настроение. Да, светлый ляжет сверху, когда краска немножко еще и станет. Уложим. Когда накидаешь вот этот дым облаков, накидаешь голубизну дали. Угу. Чуть-чуть поднимешь вот эту растительность. Чуть поднимешь. Теневую здесь нашвыряешь, а потом уже перейдешь на желтоты, оранжевости и начнем раздавать множество трав. Вдали это множество будет больше лежать, на переднем плане больше торчать. До дымчатого состояния. Вот, ну, краска уже становится, поэтому можно уже попробовать. Значит, если что, берешь розовиночку, белиночку и вот эти действия облакам. Положил дракончика, раздавливаешь, если что, адаптируешь пальцем с нижней стороны, где они мутнее. Они более выразительные наверху, мутнее к низу. Поэтому, если что, раздавливаешь. Сначала до дыма, а потом начинаешь с дракончиков выстраивать. Нормально, только надо много еще. Еще всего этого. И здесь. То есть, ты видишь, я первый слой кинул так, похабненько, просто растет. Второй слой кинул уже с какими-то конфигурациями. Нашвырять. Ты же вот это хотела сделать сначала. Забыла. Хорошо. А потом уже и вот этих ребят. В том числе, может быть, уже более розово. Розово. Да? Вот эти вот. Ну, какие не кучковатые. Ну, может больше. Ну, только этажей. Что-то ты проигнорировал этажики. Вот, они же там в этажи выстраиваются. А этажики создают настроение ухода. Можно чуть-чуть усложнить. Сделать какой-то. Здесь что-то ты как-то проигнорировал. Ну, этажики. Вот смотри, вот ты нигде не доложил этажиков. Внутри себя они тоже друг друга заслоняют. Тоже можно это показать.
Первый слой сверху. Да. Ага. Правда, чтобы побогаче сделать. Также и здесь может быть какое-то облачко, например, изменило траекторию. То осталось сзади там где-то, а это здесь на переднем плане. То есть еще по... Потому что небо здесь очень много занимает места. Вот эту ерунду мы сейчас накидаем, глазом не моргнем. А в небе надо повыпендриваться. Ну и раз ты уже дошел сюда, давай возьмешь рыжие. Нашвыряешь их по быстрячку. Вот так. И начнешь чуть-чуть создавать. То есть сначала в горизонтали, поскольку это горизонтальная плоскость, а потом ее начинаешь чуть-чуть вспахивать. Хорошо? Давай. Ой, у нас там даже водоемчик. Давай его сразу подбросим сюда, чтобы у нас было красотень. Значит, там он мелкий. Сделаем его чуть крупнее. Вот это вертикаль воды, отражение в воде, заслонена смугловатой горизонталью берега, да? И сразу выстраивается красивенькое. Немножечко вдоль реки запустим тропинку. Здесь тропинка только вот она, а мы ее сделаем вдоль воды, чтобы человеку было повеселее гулять здесь. Так, сюда натопчем тряпкой, натопчем зеленого, темного. Коричневый, голубой. Понатопчем вот этого. Заодно понатопчем деревцов. Так, и обозначим вот этих ребят. Тени от них. Ну, сначала дальечку натопчешь деревьев, потом облака хорошие. Ну и вот дополнишь. Значит, завтра можно. Да, ага. Вот они, теневые, сиреневые, солнечный день. Вот они. Чуть-чуть их подгрязним, все готово. Дорожка любит густую краску, минимум потому, что она освещена. Вот. Здесь травки тоже и тряпкой, светлости травок, и кистью еще светлости. Особенно светла вот эта часть, да? Вот туда прямо светло-светло. И заметить, что там это все состоит из двух частей. Одна дальше, другая ближе к нам площадка. Но это кистью, хорошо? Вот так вот, лежачей кистью, как на это, усадить туда светло.
Слушай, хорошо с водоемом стало, да? То, что у нас чуть-чуть больше. Ну же там он совсем. А тут у нас прям водоем. Может, еще девушку посадить там. Ты пожалел их сильно. Так, сейчас я подседу. Все-таки чуть-чуть больше натыкать, а то уже очень они прозрачные. Они, конечно, прозрачные, но все равно чуть-чуть больше нужно. Да. Смотри, как по-легкому получили несколько километров расстояния. Потому что до этих... А за ними еще гора, и получилось... усложнение. О, сколько там всего. Здесь я нарочито дал усиленный силуэт, чтобы он отделил эту гладь. Здесь он правильно поступил, что дал такую темность синюю. Накидаем ее тоже. Чисто синий. Синий с грязцой зеленого.
темность эту нашвыряем здесь, плотненькость. Ну, в общем-то, ты так же делал хорошо. Крупный надо кисть. Слишком. Да. Ты правильно понял идею, но ты уже преувеличивал. Чуть-чуть уменьшить этот цилиндричный загиб. А то плоскость как бы вывернулась вот так. То есть была вот так, а стала к нам так. Правильно, сиреневинки теней. Все так. Не знаю, стоит ли делать вот эти дорожки. Если мы дорожки не покажем, так нам никто не придерется, что мы копировали. Потому что в этих дорожках ничего особенного. Я понимаю, что это колея от тракторов, но такое впечатление, да, что от них лучше отказаться. Голубой потихонечку посъедать и дать на это место такую более плотную красочку. Ну, тот нижний голубой чуть-чуть посъесть. Он свою уже роль выполнил. А? Ну, сине-коричневую, вот эту вот грязцу. Ага. Просто когда ты будешь в нее вмешивать вот эту желтоту, они начнут исчезать. Этих голубизны, смотри, появляется вот то, что надо, смотри, вот оно. Только плюс теперь еще темнота. Так. Ну, если не знаешь, линию горизонта ровную. Ага. Ну там внимательно смотрите. Она темная, но не темнее вот этих мест. Не темнее. Ой, давай вот эти вот красоты. Ага. Чего-то. Мелкие они что ли оказались для тебя? Ну так, по масштабу, наверное, немножко. Неудобно их делать, да? С их мелкостью. Чуть-чуть этот махонький, вот эти вот пиявки, вот так вот их. Ну, чуть-чуть. Сейчас получится, не хочет. Сейчас. Такое бритенькое.
можно иногда так поступать, вот так вот класть полосочками, а потом чуть-чуть. Полосатый характер, он сразу задает идею лежачей плоскости, поэтому имеет смысл сначала подложить так. Вот. Ну и чуть она посветлее, да, эта историйка. Ой, какой темный. Оно не должно быть такой же темный, как это. Это воздушная среда. Она вся светлее, чем вода. Ой, какие хорошенькие, правда? Теперь уже меня пострелили. Вот так, чуть-чуть сбить направление этих. Вот оно. То есть вертикальки, и потом подбиваем чуть-чуть в горизонтальки. И нормально. Интересно, Шишкин так же делал? Или нет? Шишкин. У него были не скошены. Точно, точно. Он так, поэтому если не скошен, он не знал этого метода. Так, хорошо. Не хватает. Подожди. Чуть розовят. То есть тоже и с желтотой, но с розовиночкой. Вот оно, да? Вот такое. Слоенность некоторая. И недооценил идею сиреневости теней. А для него оно тоже актуально, посмотри. Сиреневость есть. Ну, нет уж там сиреневости. Вот выйди на природу, там такого быть не может. Но посмотри, как это звучит, как это художественно. Это апробированные десятилетиями, столетиями цветовые игры. Ты понимаешь? Да. Все, все нормалек, культур-мультур. Ну, я сильно вот так уезжаю. Ну не труба, это же вот эти вот, смотри, это вот такие, дым. Согласна? Молодец. Вот это, дымончичек. Вот такой, вот такой. Вот он кол торчит в небо. Вот они, сиреневости. И главное, там этого нет. Вот если выйти на природу, нет, врём сознательно. Знаем, что так будет красиво и умно. Просто знаем принцип, что тени в солнечный день сиреневят. Просто знаем этот принцип. У нас он где-то там уже должен быть записан в сознании. И тогда мы спасены сразу. Так, ну... А?
больше ничего. Больше ничего не надо. Ага. Вот, немножечко. Немножечко травиночек этих подбросишь. Здесь. Да, вдоль дороги можно. Вдоль дороги они не это самое. Накидаешь. И темных, и тех, которые нечаянно попали на свет. Темные заслонили светлых, светлые заслонили темных местами, кусками. Правда? Вот. Ну и можешь так чуть-чуть этих пупышечек там чуть-чуть. Орек. Хорошо? Так, очень сладкое место.